Молодежь Махачкалы за мирный Дагестан. Под такой эгидой прошел праздник в столице республики. Мероприятие было приурочено к Международному дню солидарности молодежи и собрало более 1000 человек. В городском парке организованы игровые площадки для школьников и студентов, имеющих возможность поучаствовать в самых различных конкурсах. Студенты, школьники, волонтеры и даже спортсмены, чемпионы мира и Европы. Всего более 1000 ребят пришли на праздник. Очень, на самом деле, радует такое количество молодежи. И все довольны, все счастливы. У всех хорошее настроение, как говорится. Пока одни испытывают силу своих рук в перетягивании каната, другие показывают свой ум и смекалку, играя в шахматы и шашки. А больше всего любопытных зрителей возле площадки, где танцуют брейк-данс. Вы сами видите, сколько людей здесь собралось. И общение, знакомства, новые друзья. Это все очень важно. У меня это целый формат здесь. Против курения, наркомания. Разгул, хулиганство, пьянка, вот это все. Я буду говорить здесь. Люди наши гибнут неразумно, которые ведут себя в жизни. Вот как жал, человек сам себя убивает, а как спасать их. Не должно жить с умственными желаниями ради Аллаха, который нам дал жизни. В честь открытия акции «Вахта памяти» была развернута огромная георгиевская лента. Организатором праздника выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы. Мероприятия продолжили митинг и концертная программа. Подобные праздники теперь будут проводиться ежегодно. Игры, конкурсы, эстафеты, концертная программа. Сегодня для городской молодежи Махачкалы был организован настоящий праздник. Единство и сплоченность – это основные цели организаторов. И исходя из того, что мы сегодня увидели, задачи были выполнены на 100%. Я здесь родился, я здесь живу, я люблю. Анастасия Ермакова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.